Искусство созидать, промышленный авиационно-строительный комплекс, а также практически все Заволжье, дома, школы и детские сады. Целая глава истории развития и застройки Ульяновска в советское время связана с именем Владимира Ивановича Владимирова. Родился на уральской земле, получил там образование, прошел ступени роста до управляющего треста и, наверное, так работал, что Министерство строительства и министр Караваев заметили этого человека и направили его в одну из самых трудных республик с точки зрения, значит, территориального расположения, сейсмологии и прочее, министром строительства Таджикистана. И он там проработал 11 лет. В Ульяновск он приехал в 1975-м и одним из первых начал строительство жилых домов переходной 75-й серии. Коллеги вспоминают о семье Владимирова с уважением и восхищением. Владимир Иванович и сегодня продолжает оставаться примером для подражания не только в строительной отрасли. Татьяна Филиппова гордится личным знакомством с Владимировым и называет его человеком с большой буквы. Семья Владимирова знакома мне с детства. Они близкие друзья моих родителей. И Клавдия Ивановна, и Владимир Иванович очень много сделали для меня. И я очень часто вспоминаю о них как о добрых, отзывчивых, но очень скромных людях. Поэтому я благодарна судьбе сегодня за возможность сохранить о них память и рассказать ульяновцам и всем остальным о их добром созидательном деле. Мемориальная доска заслуженному строителю РСФСР установлена на доме номер 32 по улице Карла Липнихта. Здесь семья Владимировых прожила более 25 лет. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.